отправился на охоту. Пойду, как многие догадались, наверное, искать, охотиться на бобра. Капканы были убраны у меня. Три дня. То есть за это время боб расслабился, я так думаю. Ну а сейчас мы поставим, посмотрим, что с этого получится. Идем. Так, иду знакомым маршрутом. Вот у меня этот столик прикормочный. Оставляем семечки. Кто-нибудь поест, но уже съедены снова. Ладно. Идем к заветным местам. Вот немножко выпадал снег. Все, он дотаивает. Плюсовая температура у нас снова. Ну и хорошо. До сих пор какие-то грибочки тут стоят. Сегодня снова взял лишь 58 свой. Заряжу пятерочку сейчас. Ходить с ним полегче просто. Уточки не все улетели, так что может еще и вылетят. Ладно, идем ставить капкан. Так, погодка, в принципе, тишина, ветра нет. Не холодно. Посвистел рябчика, нет, никто не откликается. Выходной, похоже, у них сегодня. Ладно, идем ставить капкан. Кто-то дроздика подъел тут. Не повезло ему. Ну вот, все, капканчик установил на старое место. Там его почти не видно. Ладно. Сходим еще поставим, наверное, один. Вот установил на старое место второй капкан. Вот тоже на проход. Видно плохо, но нормально вроде все стоит. Уже вроде тут, не знаю, убегать ему сложно. Ладно, оставляем. Пойдем проверять и посмотрим потом. Сейчас уточек еще посмотрим и домой. Пока никого не вижу. Никого. Уточек нет. Ладно, все, домой. Потом пойду капканы проверять, вам покажу. Пока. Всех приветствую. Пошел я проверять капканы на бобра. Сегодня погодка такая нормальная. Солнышко. Был морозец. Градуса 3, может 4, не знаю. Немножко подмерзло, ветра нет. Прекрасно. Пройдемся вдоль реки, может, уточки еще будут. Ладно, пойдем проверять наших хитрых бобров. Вот так ледок подхватил немножко. Ну, здесь уже плюсовая температура, это только сегодня. Так что так, пробнички природы. Ну все, подхожу к месту постановки. Сейчас дойдем, посмотрим, что там. Вот, дошел до этого места. До канавки все стоит, как стояло. Ох, хитрец хренов. Не пришел пока. Ну, может, я поспешил. Может, еще на володенек подождать. Ладно, идем смотреть второй. Тут лосик прямо по моей тропинке прошелся. Следы свои оставил. Вот лосяшики покусали тут осинку.
Добыл рябчика. Трудовой я долго высвистывал, обходил. Вот он, рябец. Попался. Да, отлично. Вот такой красавчик. Самец. Вот такой красавчик, самец. У самочек горлышко серенькое, у этого черное. Кто не знает, запомните. Ну что, друзья, удалось добыть нам рябца, рябчика. Вот такого красавца. Самец попался. Вот. Подходил долго к нему. Удалось все-таки подойти на выстрел. Добыли. Все, добыча есть. С поля. Дошли до второй установки. Не знаю, сейчас спустимся, посмотрим. Пока ничего не ясно. Рядок. Ничего не видно. Ребята, радость-то какая. Кто-то есть. Отлично. Вон хвостик торчит. Сейчас достанем. Посмотрим, кто там. Ура-ура! Слава богу, ребята. Попался дружок. Пусть небольшой, относительно килограмм, может, 12. Смотрите, гуманник. Поймал его не совсем гуманно. Хвост и задняя лапа. Вот вам и гуманник. Он уже проскочил почти его. Ладно, достаем. Все, друзья, отлично. Ой, мечта сбылась. Красота. Очень я доволен. Очень-очень. С полем. Пусть небольшой дружок, но мой. Похоже, разведчика послали родаки. Ну ладно.